Башкортостан занял 3-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах страны за 2023 год. Его представила глава агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. Республика попала в топ-3 рейтинга впервые. Лидером традиционно стала Москва. На второй строчке Татарстан и Нижегородская область. Башкортостан поделил 3-е место с Тюменской и Московской областями. 95% проверок носят профилактический характер. То есть не штрафуют бизнес, а предупреждают. Это хорошая тенденция, это то, о чем говорил президент и председатель правительства Российской Федерации. Что касается работы институтов для бизнеса, это прямой канал связи с губернатором, это инвестиционный портал, где собрана вся необходимая информация для инвестора, это оценка деятельности, тоже работы региональной корпорации по привлечению инвестиций. То здесь мы тоже фиксируем повышение уровня удовлетворенности в целом по стране сервисами и работой с предпринимателями в регионах России. Напомню, регион стартовал в рейтинге инвестклимата с 40-го места в 2014 году. Через год Башкортостан вошел в топ-20, а в десятку лучших попал по итогам 2019 года, заняв 9-е место в рейтинге. По итогам 2020-2021 годов республика занимала 5-ю строчку. В рейтинге за 2022 год регион поднялся на 4-е место, разделив его с Тульской и Сахалинской областями.